меняем насадочку на мелкую. Рукой неудобно. Мелкая и крупная. Здесь мы свининку крутили, а теперь мы будем говядинку. Также мелко режем кусочками для мясорубки и перекручиваем. Погнали. Так, нам нужно ручку выручить. Так, берем. И это у нас говядинка. Вот это перекрутилось и все. Тут у нас 3 300. Так, говядина. 3 325. Так. Дальше мы смочим ручку. Вот этот свиной мы пересыли сюда. Он у нас такой сыпучий, потому что мороженое. Так. Посыпалось. Так. Так. Опять да. Обновляем. Да, убираем. И свинины 5-10. 5-10. Так. Так, вот так мы стыкаем свинину. Да? Так. И теперь нам нужен штрих. Так. Говядину мы накрываем. И убираем в холодильник охлаждаться где-то до плюс 4 градусов. Вот мы убрали в холодильничек морозилку. И сейчас посмотрим. Вот температура у нас 9 градусов. Мы подождем до плюс 4. Теперь наш шпик. Я его порезала вот такими полосочками. Наша задача сейчас эти полосочки превратить в кубики. Для этого берем нашу толпочку. Открываем. И такими вот движениями нам нужно нарезать. Вот такими вот кубиками. Вот такими вот кубиками. Ровными, одинаковыми. Нам нужно нарезать весь наш шпик. Мы солим нитритной солью, перемешку с поваренной солью, со счета, из расчета 18 грамм на килограмм. То есть 18 грамм всей соли, плюс 50% нитритной, 50% поваренной. Продолжаем нашу готовку колбаски краковской. Под подготовили мы специи. Специи нам нужен чеснок из расчета 0,8% на килограмм, извиняюсь. Душистый перец и черный перец нам нужен в совокупности 0,8% на килограмм. И мускатный орех мы добавим 0,5% на килограмм. А еще нам нужен сахар. Сахар нам нужен будет из расчета 1% на килограмм. Вот у нас свининка за ним засолилась, говядинка. Вот такой вот у нас шпик, весь рассыпчатый. Сейчас мы все это будем смешивать в кутере, ой, в миксере. У нас планетарный можно в кутере. Все вот это вот туда добавляем. Сало добавляем в самом-самом-самом конце, когда остается 2-3 раза прокрутить, добавляем шпик. И все, будем добивать.
Вот так вот мы все это ставим в шкаф и сушим по топотере веса 10%. Вот так вот мы шкаф все это дело. Шкаф у нас фирмы Москит. Вот. Так, сейчас мы вот это все. Что ж такое-то? Вот так вот. Одной рукой неудобно. Тоже. Все, тут у нас все включено. Включаем сеть.